зіпсувати перший серйозний виступ їхнього сімейного дуету і змусити всю родину червоніти боязко 14-річному жені. Це нормальний голос? Нормальний. В общем, говориш, пане, ні, тільки не перепутай, Женя, а то ти зараз розказуєш, що. Мене звуть Маріна, це мій брат Женя. Расслабься. Хорошо. Я учусь в Харківському національному університеті будівництва та архітектури на першому курсі. На фінансиста. Женя, я учусь в общеобразовательной школі номер 35 в моєму рідному місті. А Женя вообще, он, во-первых, стесняется, когда на него вот большое внимание. Марина более такая разговорчивая, любит там и рассказать, и все, а он так, все в себе. Мама просто любит очень этот проект, ну и папа тоже. Вот они смотрят постоянно, и мама говорит, каждый раз смотрю, представляю вас на той сцене. Главное не переживать, выйти уверенно, и все получится. Все будет в порядке. Ребята, ребята, вот написано сцена. Ребята, вот сцена. Заблудились. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Марина, а это мой брат Женя. Женя, как хорошо вы поете в одном домике. Это прекрасно. Что вы будете петь для нас? Мы подготовили для вас песню, называется «Наш звездный час» из сериала «Классный мюзикл». Хорошо, сейчас ваш звездный час. Спасибо. Пацан такой смешной. Он похож на меня в детстве. Да? А такой конопушка. Высокой стаей наши мечтания на небо унеслись, а земля нас не пускала ввысь. Но ночь зажжет свети. Сердца не в силах, не могут молчать. Дай же веры, дай нам сил, небо вдали, что под земли. Высокой станет наши дерзанья, в синий простор вали. Улетели бы, стали
Спасибо. Спасибо. Спасибо в первую очередь мамочке, что так много сделала для того, чтобы вы сегодня были на таком уровне. В такой возраст очень сложно быть партнером друг друга, особенно в пении. И это радует нас, радует меня и прав. Спасибо. Спасибо. В целом выступление, конечно, потрясающее. Хотя, может быть, такого дуэта полноправного не было. Марин, согласитесь, вы пели не всегда хорошо. Но брат ваш, Марина, ваш брат 100 сот стоит. 100 сот стоит. Все ваше. Это просто, просто чудо. Даже вот не знаю, как тут быть, мы сейчас с коллегами решим. Брат, это, конечно, нам бы нужно на X-фактор обязательно. Ну, надо брать двоих. Что ты, Игорь, думаешь по этому поводу? Просто мне девчина подобается. Ну, поки що ви найкумедніший дует цього сезону однозначно. Завдяки Жені. Женя, ти такий... Смішний, да. Ти артист. А батьки де зараз? Там чи де? Да, мама за кулісами. Мама, вам сподобалось? Да, очень. Тату! Голосуй. Конечно, да, конечно, да, конечно, да! Я кажу так, Инна? Я говорю да. Соседа? Спасибо. Сёша. Я говорю да, безусловно. Спасибо большое. 4 так! У пискуни! Спасибо. До свидания. Смешный. Смешный, да. Спасибо, сказал мужик. Там мужик так и да, так и знаешь. Какой хороший был. Ребят, поздравляю вас. Спасибо. Нет, ну, спасибо. я вообще шокирована. Я сейчас думаю, что детский сад выйдет. О, как все гласть. У меня же челюсть отвисла. Мы в X-Factor'е! Ура! Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube, там есть много чего интересного.